В городском жилищном отделе принимают заявления нуждающихся в жилье анапчан. В рамках программы «Жилье для российской семьи» можно принять участие в долевом строительстве или приобрести жилье по договору купли-продажи. Для участия в программе необходимо подтвердить наличие собственных или заемных средств. С 24 декабря по 31 января можно подать заявление на приобретение жилья экономического класса в городе Краснодаре по улице Кирилла Росинского и в поселке Пригородном Красунского округа, города Краснодара. Стоимость квадратного метра 30 тысяч рублей. И могут участвовать определенные, законом Краснодарского края, определенные категории граждан. В первую очередь это граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, работники государственных и бюджетных учреждений, молодые семьи и участники государственных и муниципальных программ. Необеспеченными считаются граждане, общая площадь жилья которых менее 8 квадратных метров на человека. Независимо от занимаемой площади, участвовать в программе могут многодетные семьи, участники боевых действий или семьи с двумя детьми, получившие материнский капитал. Подробную консультацию можно получить по телефону 529-68 или обратиться в жилищный отдел по адресу улица Крымская, 185, кабинет 1.